Так, погнали. Кас против Лиссандра. Начинается Бутри. Это первая Бутри. Надеюсь, как бы побыстрее все кончится. Так, должен был начаться стрим сейчас, по идее, у вас. Вот, если все окей, я думаю, что он начался. Короче, смотрим, ребят, Так, а что, стрим не пошел, что ли, погодите? Че, где премиум-то? Что за херня-то происходит, не понимаю. А, вот, все, пошел наконец-таки, все отлично. Улучшение завершено. Так, Twitch вроде идет, все вроде идет. А, ну все, на Team Liquid добавлено. Отлично, короче, погнали. Можно смотреть. Ну что, надеюсь, что группа долго не будет, потому что меня задолбало уже, конечно, за этот месяц стримить. Надо отдохнуть. В ближайшие дни по минимуму будет стримов. Короче, первую половину сентября я буду отдыхать. Вот, это факт. Ну, стримы будут основных турниров, там, всяких GSL-ов и т.д. Больше, наверное, ничего, скорее всего, не будет. Так. Мистер Ленок. Я никак не настраивал геймхард. Она всегда имеет такой дизайн. Это нижняя панель, как бы, на геймхарте. Просто там версии нужно Team Liquid новые качать. Вот в этой версии убрано там, что вот этот чатик, значок там присутствует. Еще какая-то хрень. Вот. Так, логотипы. Да, логотипы надо добавить. Все, все добавил. Так, секундочку. Все, уже тучи, уже солнце садится, поэтому. Может, улучшение можно завершено. Хотя оно еще, конечно, не садится, но просто из-за туч, да, уже темновато. Вот. Давайте смотреть. Так, давайте смотреть, ребятки, 2D-пушечки. Короче, туфта какая-то здесь происходит. Ну, не агрессивный билд. Хотя, не смотрите, две минки висят. Но пока не залетают. Два украинских игрока, Кас Лиссандра, здесь бьется, соответственно. Залетает две минки. Здесь обсервер есть, здесь достаточно юнитов, чтобы это все дело принять.
Да, завтра будет Старлига только. Старлигу, соответственно, я и постримлю. А, завтра еще СГЛ, блин. Задолбало меня это все шляпы. Ну, по СГЛ, наверное, придется постримить, конечно, там очень крутой турнир на американском сервере. Ну, посмотрим, посмотрим, короче, я по обстоятельствам посмотрю. На СГЛ вроде сингл, сейчас я посмотрю, сингл ли там или нет. Ваши войска атакованы. Надеюсь, не как на лайфинге с лузерами. Давай, удиви меня. Да, на СГЛ, отлично, на СГЛ сингл. Field Place Match. Зачем Field Place Match, если здесь одинаковые призы за 3 и 4? Значит, это ошибка какая-то, судя по всему. Вот, не знаю, короче, в чем прикол. Давайте, ладно, смотреть Starline. Так, 4 барака, 5 бараков у касса. Факта с реактором, Старпорт с реактором. Что-то он тут строит, много все. Третья сцешечка полетела. Выходит, куда будет ли камни пробивать, не знаю. Здесь третий Никс тоже готов, уже практически 62-54 по лимиту. И здесь колоссы как бы строятся. С трех гитов тоже самое интересное. Две фаржи и 3 гита. Лиссандра что-то жаловался в налотов, что все по билду делается. Типа, не то, что по билду, а что-то там не так ему было. Но вот это пока что он какие-то странные вещи делает, если честно. Но если Кас не пойдет вперед, у Протоса все будет замечательно, должен я сказать. Почему? Потому что у него две фаржи работают. Все, что ему нужно, сюда где-то 5 гейтов добавить, как бы, и у него будет все круто. У него две фаржи уже работают, вторая атака делается у Каса. Одна инженерка, вот она армор делает. Если он сейчас армори не добавит заранее, вторую инженерку и 2-1 начнет делать, то он вообще отстанет, как бы, серьезно по грейдам. Вот. Вот, отпуск будет, я же поеду в Москву на 5 дней, как бы, и это время я не буду стримить, может, один день там из Баркрафта что-нибудь получится запариться. К сожалению, пропускаем финал GSL, мы там, ну, в эти числа 10-го он будет, на 10-го, как раз я в Кубинке буду, вот. Да и пофиг, как бы, финал, там ничего страшного, в общем-то, я думаю, пройдет нормально и так. Потом уже посмотрю, может, записи постримлю, может, не буду стримить, как бы, это уже разберемся. Старлиги пока финал вообще не анонсирован, дата, ну, по идее, как бы, она раньше, чем GSL проходит, по идее, должна пораньше быть, но будет ли пораньше или нет, пока неизвестно. Вот. Из двух направлений Каз заходит, пытается зашатать. Ну, здесь колоссы адепты плюс оверчаржи. Здесь тоже колоссы сталкеры плюс... Плюс ничего, то есть оверчаржей нету. То есть просто армия колоссы сталкеры плюс сентри здесь. Да, и там пару адептов. Один, три, пять. Короче, леплю пальцем в небо. Либераторы, викинги, у Каса. Ну, Кас, смотрите, мастится. Ну, в этом плане, вот, как Каса не трогают, у него экономика просто ад. Это было всегда. Подходит сейчас к третьему Никсу. Нет, не подходит. Четвертый Никсу занимает просто. Кас тут рядом ходит. Ключ 175-184 по лимиту. Но пока пассивно играет, старгейты у Протоса есть, то есть он уже, в принципе, может и в темпестов начинать выходить, но ему нафиг не нужны пока. Грейды 2-2 скоро будет, здесь у Кас тоже 2-2, гасты пошли, четвертый цешечка летит, планетарка будет. Ну, что-то пассивно действует, но вот сейчас, да, то есть сейчас Протосу приходилось терпеть сидеть. Точнее, до этого Протосу приходилось терпеть сидеть. Сейчас же ему нужно агрессивно действовать. Секунду, ребята. Призрак явился. Что?
Так, я здесь, ребята. Вот мне надо отвлечься, походу, на пару секунд. Там сейчас Даша с Машей там внизу будет около дома. Комбинезончик будет. Будем покупать Маше. Вот, надо денежку дать. У людей с рук там, в принципе, это все делается, как бы, ну. Придется отвлечься ненадолго. Так, 196, 196 по лимиту. Пристройка, месторождение, база, улучшение. Ответный огонь! Так, ребят, сейчас погоди, здесь замес пошел, я все пропускаю, как обычно, меня отвлекают в самый ненужный момент. Так, я здесь. Ребят, сейчас подождите, закончится замес, я отвлекусь уже наконец-таки, я смогу спокойно стримить. Вот. Отступил. Просто затерпел здесь, как вы видите, несмотря на грейды, несмотря на все. Так, я здесь, ребята. Ну, КАС разваливает здесь все, как вы видите. Блинкается вперед. Проц разваливается. Ой-ой-ой, как сейчас будет жестко, больно. Дестабилизатор ударяет. Ну, кстати, за счет прироста можно отбиться. Сколько гейтов, давайте посмотрим. Гейтов 10 штук сейчас. Минутка-то хоть секундочка будет свободная. Так, все. Ребят, затише секунду. База атакована. Наши КСМ атакованы. Близится освобождение. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Так. Все, я здесь, ребят. Прошу прощения. КАС атакует. Проц куда-то сзади попадает. Теряет позицию. Сейчас как-то нелепо просто. Проц на либераторов кривовато заходит, дестабилизаторы делают залпы, постоянно адептов много, сталкеров много. Смотрите-ка, показалось было, сейчас переворачивает мне бой Лиссандра, но нет, он ничего не переворачивает. Здесь КАС просто био-юнитами разбирает до конца, как же ГАСТы здесь мариками подрешали, это жестко. Так, ну что, улетают медиваки. Месторождение минералов выработано. Пристройка. Так, по поводу авиации некоторые тут, ну, дурачки пишут что-то, ну, лунтиком не понять, как бы, вот этого всего. К сожалению или к счастью, как бы, я не знаю. Наверное, пофиг вообще, как бы. Приходит КАС, дожимает Лиссандра. Все-таки, ну, макро подрешало, в общем-то, в макро тащил КАС. Тут ничего не поделаешь.
Так, ждем вторую карту. Так, ждем. Так, захожу в игру. Все отлично. Все вроде как работает. Ну, мне кажется, что как-то под конец у дестабилизаторов начал строить не в тему. Так, ребят, погнали, КАС 1-0, вторая игра первого Бутри, еще 4 впереди будет, помимо этого Бутри. GSL система, победитель с победителем, проигравшим. Вторая карта, вторая пара, точнее, будет Hellraiser против Джимми Микро, битва. Так, Фил Хелл, привет. Ну, это к Близзарду надо писать, как бы. Вот. Или где-то, где разыгрывается. И вообще, как бы, StarCraft сейчас 350 рублей стоит, так-то, как бы. Вот. СМ готов. Ну что же. Идет здесь движуха, в общем-то. Второй пилон пошел. Все стандартно. Гейтгас, Никс, Кибернет. Ну и стандартный билд. Сейчас так и играют все обычно. Кас решил сыграть не совсем как он любит, не в самую жесткую халяву. Кас решил сыграть. Кстати, да, на кибетике ставочки есть на данный турнир. Я думаю, не только на кибетике. Один XBet еще спонсор. Вот, там тоже, думаю, присутствует.
Да, все есть везде здесь. Указ хвалит Лиссандра абсолютно, и Hellraiser Джимми Микро. Перворожденные выстоят! На наши зомби напали. Так, минус Рипер что-то там минусует. Не понял, какой я тебе ключ дарил. Старкрафта ключей я никому не дарил. Премиумы, да, дарю, бывает иногда там или что-то еще такое. Либо каких-то игр, которые, ну, выдаются там от Good Game, всем там, скибэпки там и т.д. и т.д. Так, минус Рипер, кстати, и КСМ куда же спас на одном хп. Вот это касс везунчик просто. Вот, а StarCraft я ключи не дарю. Я дарю то, что мне просто приходит, как бы. Ну, я отдаю это все, как зачем, потому что мне это и т.д. Так, нет, Блая пока стримить не буду, может потом, но и то сомневаюсь, как бы бот 31 Блая играет против Клема, там очень прям много матчей, но нам есть что посмотреть, ребята, это, во-первых, Starline и, во-вторых, Starline, как бы. Уже на сегодня мы посмотрели GSL, первый полуфинал SOS Music. Вот на главной странице в группе ВКонтакте, куда вступаете все, чтобы не пропускать ничего, она в описании в канале всех есть. Посмотрели Лайфенг номер 153 в плей-офф. Очень там крутые игры были тоже. Пока не заливал, на YouTube залью в ближайшее время. Я вот, соответственно, тоже так залпы минки делают, но не туда, куда хотелось бы. Потому что пробка и адеп всего лишь погибли. Вот, на Лайфенг, так, Лайфенг выложу позже, и вот мы Starline сегодня смотрим. Стрим идет с 12.30, как бы уже и немало он идет, 7 часов на данный момент идет. Как мне кажется, последнее время, но, честно говоря, далеко ему еще до того, как он раньше играл, соответственно. Вот это вот что-то раскладка Либератор. Какой-то пьяный мастер, я не знаю, было. Был стиль вообще. То есть... Ты идешь в этом направлении, раскладываешь его наоборот, другое. Ну, такое бывает, видимо, от быстрого контроля. Я не знаю, я и у корейцев не раз такое видел, на самом деле. То есть... Так, залп по призме пошел. Циклончик сталкеров захватывает и захватывает. Кас контролит на при... Ну, что-то законтролился здесь кас, почувствовал себя бьяном, по-моему. Но кас не бьян и, короче говоря, пропс отбивается. Рот забивается, но Касс это делает, имея и ЦЦ-шечку, при этом сваливает всеми домой. Касс далек, я не договорил, от прошлого скилла, но на данный момент в Лотве, по-моему, он все сильнее и сильнее становится, как бы, то есть, с одной стороны, многого еще не хватает, но уже контроль, как бы, ну, не контроль, точнее, уже макро жестко такое пошло, ну, вот, стабильно, ошибок каких-то нету, нелепых. Так, Рот вперед идет. Да, идет вперед, блинка нет, ни хрена нету просто вообще. А как что он хочет сделать, я еще понять не могу. 4 гита, 4 гита. Ну, позже, еще 4 гита эти главные делать. Так, старпорт выбьется, но Либератор достроится, скорее всего, достроится. 3, 2. Не достроится, секунды не хватило, или 2, по-моему. Так, дистанчик Либератор, био без стимпака. Но в лоб это будет тяжеловато продавить. Хотя вот если было бы 6 гитов, мне кажется, можно было бы. Как здесь контролить? С одной стороны, мне кажется, что нужно вот отсюда врываться, не призму опасно терять. С другой стороны, можно сталкерами плюс пара адептов с этого направления и 4 юнита вот сюда завести призмы, дропнуть их, разложить и с двух сторон зажать. Но тогда есть риск быть убитым этими, ну... Быть убитой призме и проигрыш из-за потери призмы. Ну что, пришел, ну что, выбил. Выбил Либератора, выбил Медивак, все. Я в курсе, кто такой Клем. Вот, Клем выбил Хэппи на, ну, на ВЦС, когда еще Хэппи играл последним его ВЦС. Когда, после которого, собственно, он там и объявил о завершении старкрафтовской карьеры своей. Вот.
Я не знаю, какой там счет у Блая с Кремом на данный момент. Я думаю, что Блай спеша одолеет его на опыте, на старом. Тем более чизы там решают из 30-то карты, сколько-то Блай возьмет. Прилетает сталкер, тут на халяву просто пропс разваливает и улетает 5 КСМ. Приятного мало. А контр-агрессии какой-то отказа нету. Вижу, золото уже добываться начало, но... Ну вот не надо так золото добывать, надо сразу перевести рабочих побольше на золото, чтобы добыча посерьезнее была. Здесь Минка приходит, Минка не успевает закопаться. Касса слишком нагло. Ну, вкопал бы сюда ее, не успел бы. Нет, надо сюда зайти прям. Ну, понятно, лучше было бы, если туда вкопал. Наши КСМ атакованы. Вижу все по-взрослому. Приходит Кас давить золото сейчас. Со стимпаком, со щитами выгнать его нечем. Если не Делибератор Водостроился бы, умер бы. Видимо, от разрыва сердца за погибший Старпур. Либератор у Старпота, когда сталкеры стоят и точка сбора все стоит, он никак умереть не может. Так, ну пропушил золото Кас, но не убил. Но у самого-то тоже золото уже есть. Здесь сталкеры летают. На такой стадии уже адептами с плюс один надо рабочих убивать, а не сталкерами. Потому что, во-первых, это ценная очень призма какая-то прям получается с четырьмя-то сталкерами. Да и они не так уж эффективны против рабочих. Так, висит призма. Будет выходить Лиссандр? Да, выходит. Главное, призму сейчас как-то нелепо не отдать. Кас уходит назад. В принципе, скрытно достаточно даже протс выдвигает. 152-41 по лимиту. Либератор у Каса всего лишь один. Это значит, что может быть очень удачный выход. И причем Протс делает врыв без блинка. Так, Кас мимо пролетает, начинает дропаться. Приходит отбиваться, а Протс тут как тут пришел. Начинается замес. Либерка надо фокуснуть сейчас. Фокусит Либерка у нас максимально быстро Протс. Кас призму не сбривает. Либератор еще один появляется. Ну, по-моему, здесь как... Протс разваливается. Пишет ГГ заранее даже. Почему? 8-1 Блай, ну это разрыв какой-то. Почему развалился Протс? Адепты за сталкерами идут сзади. Призма погибает сбоку на дропе. Как бы. Казалось, вроде как дроп подловил, а получилось наоборот. Этот дроп сплетанул армию и сплэш минимизировал колоссов. Как бы фронт был широкий очень. Все юниты дрались тирановские. Вот. И еще важный момент. На фокусе Либератор был. Сталкеры криво пошли вперед. И они опять же лезли вперед адептов. А на мародеров должны всегда адепты танцевать. Мародер... Мародеров, да, адепты танцуют, потому что белый танец, ё-моё, же дамы приглашают мужчин, что-то я тут загоражу уже, вот, что у них бонус нету, и у Каса масс-мародеры там в армии были, а не марики.
Ну что, Hellraiser, Jimmy Micro, а вот хоть так. Захожу в игру, не все здесь еще стримеры, надо всех сюда подозвать. Сейчас за свет рубишь, темно стало, чарик чудом завалился. Так, ну что, пока ничего не началось, вижу я. Да, и Люхкас 2-0 победил. Ну, Кас тут явный фаворит в этой группе, он посильнее остальных, как мне кажется. Ну что, Jimmy Micro против Hellraiser, ребят. Hellraiser Protoss, что ли? Почему я думал Hellraiser, что тиран? Может он рейспикер, типа с зергами Protoss, а с какими-то другими расами тиран, например? Без понятия, ребята, я. Так, второй гид, где проход вообще? А вот проход, наверное, рядом с пилоном будет, получается. Пошла кибернетка. Застройка, мягко говоря, не очень. Чем она не очень? Да тем, что здесь вообще вот проходец такой невероятно маленький. Потомки сюда не добавить особо, ничего сюда не добавить. Так, я что-то хотел заказать пилон, не стал заказывать. Здесь проход есть, что ли? Да нет, здесь нет прохода никакого. А вот здесь как раз проходец около пилона. Да, все верно, пробки строятся. Нексус раскачивается, то есть получается халявный Нексус будет. Здесь, ну, здесь у нас муфлингом, третий ухат, пока зерк не стоит. Он поехал, а, он прокси поехал проверять.
Так, лучший урон. Агрессия, агрессия от Зерга явная сейчас идет. То есть три овера, роуч ворон. Сейчас роучи будут заказаны. Всегда был тос. Странно, я думал, что он тиран. Что-то, наверное, на каком-то сайте я видел, может, значок тирановский. Это была ошибка. Итак, здесь 6 гейтов, 7 гейтов плюс роба. Скорость атаки адептом плюс делается. Ну, здесь идет, то есть зерг делает пуш, и проц тоже делает пуш. Соответственно, для зерга это не очень хорошо. Почему? Потому что проц будет готов. Но, с другой стороны, посмотрите, какая здесь мертвая тема. Здесь один всего пилон, ну ладно, сейчас второй будет. Но он вообще все и не прикрывает, это даже... Линги прибегают, реводжеров все больше и больше. Еще одного морфит зерчис. Три приходит, все, на пилон выбивать. Без мазеркора билд. Что за без мазеркора билд-то? Так, гид отключен один. Второй сейчас собирается отключить уже у нас зерк. Отключает здесь все. Врыв пошел на вторую базу. У верчажа нет, ничего нету. На мейне строится иммортл. А что дальше-то эти иммортлы сделают? Ничего не сделают. Так, пилоны падают, реводжеры, линги, роучи, и один роуч заходит наверх, роучи такой один сзади там за своими братьями-реводжерами. Все на одном пилоне, Джимми Микро просто здесь разваливает всю хлам, ребят, 1-0. Вот это да, как это произошло? А я говорю, что для зерга хорошо. Нет, ну для проца точнее. Но, если проц успел хотя бы один вар провел со скоростью атаки адептов, и гейтып сверху открыл бы, и там он уже второй бы точно провел, и там уже бы было бы нормально, потому что экономика хорошая. Но без мазеркора не надо такие билды отыгрывать. Он все-таки поможет. Так, ждем продолжения. Чуть карту я не наблюдаю. Походу Hellraiser репку пошел смотреть там какую-то. Я не знаю, о чем куда он пошел. Це. Ни на кого не кашу. Банка моя и всегда была у меня.
Так, ребят, вторая игра. Джимми Микро 1-0 ведет. Хеллрейзер умудрился как-то слить здесь непонятно. Вот, ну тут ничего не поделаешь. Зашел сейчас прессинг от Зерга очень жесткий, а от Тирана не зашел. Восемь лингов делают, соответственно, сейчас Джимми Микро. Здесь через кибер... здесь через два гита опенинг. Восемь лингов в контре от полностью весь этот билд. Линги побежали вперед. Прот, конечно же, все прекрасно понимает. Зилка заказывает сейчас. Надо вывести, может, пробку сюда, да, пилон, если необходимо будет запилить. Банку выиграл у Димаги. Нет, за банку Димага раскрутится. Банку не выиграть. Пилон надо отменять. Делок уже стоит, все в порядке. И строятся адепты. Но это провал для Зерга, на самом деле, такое начало против того, что делает Прокс. Он пытается подгрызть. Делок линга одного минус. Ну все, здесь ничего не получится. И адепты еще зайти неплохо могут. И 22 пробки на 14 дронов, как вы видите. Так, а видел Фроц? Да, он ХГ видел, он видел, что без газового. Не знаю, почему двумя адептами вперед не хочет пойти сейчас. Тем более, один адепт не строится, элементарно, supply блок. Так, Твайлайт пошел. Опа. Опа, то есть это... Нексус отсутствует, Зерк видит, что Нексус отсутствует. Сейчас вот он увидит, что пробка здесь стоит. Ну, блин, Нексус уже должен заказываться сейчас, по идее, как бы, да? То есть это подозрительно должно быть, по-моему. Я не знаю, часто ли бомбит Хеллрейзер, а я вообще с этим игроком слабо знаком, как бы. Честно говоря, то есть он... Он есть, и это хорошо. Но что там и как, я хз. Кстати, можно сейчас даже не вскользь таки адептом, а в дарку было бы, мне кажется, выходить. Даже просто, точнее. Он выходит то, что... То, что вы видите, это резонирующий глеф и адепты. Адептов будет достаточно много сейчас. Скоро будет уже варп готов. 5 адептов есть, плюс так, гейта 2, третий пошел. Еще робо пошло. Ну, все стандартно достаточно. Адепты не врываются. Пошел Даркшайн, да, смотрите. Ну, 5 адептов вообще крайне, крайне опасное действие делают, что вот здесь вот находится. Все, линги на муве. Нужно ловить адептов сейчас. Они иначе уйдут спокойно. Зерк собирается это сделать, насколько я вижу. Нужно окружать долго он это дело. Адепты телепортнутся, но не все. 2-3 погибнет, скорее всего. Так, нет, 2 всего погибли. 2 еле-еле ушли на 6 там хп еще на скольки-то. Беллинг Нест есть у Джимми Микро, он пытается зайти сюда сейчас. Пошел Морф Бейнов, адепты уходят домой. Кстати, здесь адепты, это все, что есть. И опять без... ребята, и опять без Мазер Кора. Сейчас 8 Бейнов придут, взорвут проход этот. И, ну, правда, пилон здесь выживет. И адепт с скоростью атаки, и Даркшайн скоро будет готов. То есть продавить навряд ли все равно получится здесь, я так думаю, Зергу. Но крайне опасная здесь такая ситуация складывается. Делок уничтожен сейчас. Линги заходят. Да дай ты пройти Бейном. Ты ему не дает Бейлингу пройти. Адепты все сплечены сейчас. Это ГГНчик, увидите, завтра.
криво дерется, здесь просто адепты все громят. Даже пилон не убил. Так, дарков мы не увидим, походу. Хотя не, на призму мы дарков увидим, варп, походу, дело. Здесь надо, да, проход закрыть на всякий случай. Адепты громят, телепортируются на мейн. Ну, здесь дронами уже прохладная битва пошла, как бы. Дарки поперли, пора ГГ писать. Сейчас заметит дарков и, конечно же, напишет ГГ. Дроны все уничтожены. Ну, адепт хоть подбрил, да, подбрил. 1-1, ребятки, третье решающее. Нет, Дарлок билд не тот же самый. В предыдущей игре был билд 7 гейтов с робо после вообще Нексуса первого, как бы, без Мазеркора. Здесь же было вообще 2 гейта кибернетка. Ну, если ты считаешь, что это одно и то же, то, в принципе, можно так считать, но опенинг был абсолютно разный, что уже говорит, что билды просто, ну, различные. Просто выход был в одних и тех же юнитов, по сути дела, на пуше. Заходим в игру. Так, и на одном пилоне, да. Все абсолютно верно. Ну что, Джимми Микро будет пушить или нет? Так, эволюшном блочит Джимми Микро, прикольно, здесь Нексус оппоненту своему. Ну и, кстати, так, успел заказать, это правильно все. Здесь хаты, еще 3 хаты пул, что ли, будут? Не, ну это, ребят, совсем уже бордеж какой-то попер. То есть, получается, ну хотя нет, там отмена хатки была. Ну это сотка, то есть это 3 хаты, плюс потеряна еще соточка на отмене, а нет, 75 теряется на отмене, 75, 75 плюс 150 потеряно, то есть 3,5 хаты до пула получается.
Сейчас обнаружит все Hellraiser. Зелок спускается. Ну, вот вообще логично, конечно, что-то агрессивное против этого делать. Но если Зерк элементарно просто спалит вот это все, ему остается заказать муфлингом и СЗ зажать. То есть как бы все здесь Джимми и Микро правильно сделали. Чалик, ты что мечешься туда-сюда? Но решил Hellraiser, что будет играть через них. Пилончик тут хоть на третий. Зелок Адет пришел сюда. Ибо газ есть. Где муфта? 100 есть. Где муфта, блин? Не заказывается. Мазеркор летит сюда. Да надо сбрить этого зелка с адептом просто и все. И пилон сбрить. Уже пойти наконец-таки. Пилон надо, конечно, сбрить сейчас. Еще один пилон заказывает просто. Первый выбит сейчас будет. И второй будет выбит очень-очень скоро. Адепт уходит. Второй базе здесь встречает королева его. Дронов не надо терять. Все, тут Мазеркорп летает, надо королеву его забомбить. Сейчас забомбит королевой. Адепт здесь пытается второй уйти. Минус адепт, мув делается. Ну не надо только улынись. Крот уже по рабамам гоняешь, самое прикольное. Нексус есть, как бы. Не, ну с другой стороны, если бы сейчас Зерк на все эти минералы заказывал бы лингов, то у него были плечинки, к примеру. Тут вообще бы просто тяжко было бы реально. Мазеркор где-то летает, то есть можно уже сейчас грызть начинать, и просто уже есть лингов 17, чтоб 40 здесь было, как бы, и постоянно дотекание. Но в любом случае, это улын, это стрёмно, как бы, и все возможности у пробца отбиться есть. Почему? ГП открытая, Старгейти Оракул скоро будет готов, Мазеркора 120 энергии уже, то есть 2 уже сейчас же на данный момент, пока они будут стоять уже на третий накопится, так что ломиться не надо. Так, здесь третий зачем-то все на вторую идет. Спорки надо заказывать. На второй заказан, на мэйне не заказан, на третий вообще ничего нет. По рабам Джимми Микро нагнать не может, тут оракул летит вперед. Все-таки еще нашел оракул, где нарезать. Ревелейшн кидает. Нет, не нашел. Просто нашел, куда ревелейшн кинуть. Hellraiser. Ну и мейн увидит, соответственно. Начинает бомбить Hellraiser все. Начало для Джимми Микро в плане билда, считаю, было превосходным. В чем это заключалось? В том, что просто никакой агрессии. Но он зелком адептом ответил, да, на все это дело. Как бы Зерк слишком много лингов заказал, выбил как-то, ну, их. Ну, отбил, да, тут агрессия не произошла, но в итоге по экономике просел. Но это не потому, что Зерк, в принципе, здесь по билду проседает. Просто криво Джимми Микро исполняет, как бы. Вот. И просто спокойно отмазил рабочих, все отмазил, у него все в порядке. Джимми Микро что-то непонятное делает. Милишные грейды, лейера нету. Рабам 37. Третья вообще не раскачана. Ну, третью-то надо раскачивать. О, здесь арматка, кстати, пошла. Смотрите-ка. Островная арматка. Ну что же, прикольно, прикольно. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет.
как, пробежали линги, ловить нечего, уходит. Еще здесь, самое интересное, что здесь милишные грейды еще провальные. Все, призма повезла рабов на остров сейчас. Плюс две фотоночки пошло. Похоже на то, как я вот сыграл с таким армадным в ПВП сегодня. Ну, в плане положения фотонок, может, это он и был. Фениксы, три штуки. Фениксы вообще здесь не нужны. Хотя ими можно полетать, понапрягать оверов, половить, да, там как бы. Джимми микро понял, что надо строить макро переходить, какие-то люркер Дэна делает. То есть он не понимает, он просто до сих пор не понимает, что происходит сейчас. Зерк, соответственно. Просто уже три нексуса раскачанных полностью, как бы. То есть можно третьи торги делать, можно делать флит бикон, карреров начинать там строить. Можно просто грелками, мне кажется, даже с трех таргетов перемастью прилететь, здесь нексус четвертый заказать и убить просто. Вместе с камнями поднял как-то. Стазисные ловушки, это интересно, но надо вот с этой стороны, мне кажется, вплотную ставить. Они мне особо и не нужны. Что там иллюзии летают, какие-то бейлингом мувы вообще. Жесть-то, блин, Зерк не понимает, реально не понимает, что сейчас происходит. Сейчас здесь три карера будет заказано первых. А, темпесты вообще. Темпесты. Ну, темпесты тоже работают, Зерк, ну, в принципе, почему нет. Нексус пошел еще один, пилон. Здесь можно пару фотонов даже перебить. Hellraiser DML Micro ML. Как он прошел-то отборочный, мне вот интересно. Молодец, что прошел, что говорить-то. Так, еще одна хатка пошла. Не, ну это провал, конечно, полностью сейчас происходит. Так, после трех темпистов карьера пошли. Вообще бессмысленные темписты здесь. Либо масить их полностью, либо карреров сразу строить. Нужно. Хотя они лишними в миксе не будут. Но на самом деле они только сложности контроля прибавляют. То есть в армаде грелки карреры, они на одном ренже примерно летят. Ну, грелки чуть вперед, впереди. Грелка сплитишь, там карреров сплитишь. Немножко темписты постоянно сзади, то есть их постоянно высыпает кто-нибудь обычно. Там, какие-нибудь вайперы, еще что-нибудь. Так, 152-150. Зерк пробивает все в центре. Какие-то... А, оракул летит вперед. Будет атака, что ли? Не, ну атака это интересно, и с бейнами, да, тут даже можно пробить. Ну хотя не, какие тут пробить, смотрите, стазисные ловушки, масс-фотонки, а вот это просто нечем убить даже до атаки, как бы. А после атаки там уже вообще провал может быть. Заходит ура, темпы начинают бомбить. Вот темпы с одиночкой пригодились здесь. Так, будет бейнами таврых, не знаю. Гидра заказана, вроде четвертый ахат делает, 170 на 162. Зергу вообще здесь тянуть нельзя, то есть, чем дальше кровь, тем дальше, тем хуже. Заходит бейны, их явно недостаточно. Грелки, карьеры, все вперед летит, 52-42 по лимиту. Вторая атака доделывается. Игра приостановлена. Странно, даже вообще ни пинга, ни лагов на экране нету, вообще ничего нету.
Игра возобновлена. Продолжает игру Magic. Здесь все зафотонено, в общем-то. Ну надо. Что сейчас? Просто нужно, в общем-то, взять пробок вот со второй базы. Перевести вот сюда обязательно просто призмой. Призма есть. Где призма? Погибла, что ли, призма? А, нет, вот она летает. Надо ее увести, перевести рабов сюда. Все, как бы. Делать третью атаку, делать пилуны, как бы, лимита подкопить и просто убить пойти. А вот и у меня лагать начинает, кстати. Только что, да, лагануло. И пинг на до 200 подскочил вообще. Даже на Европе такая хрень, то бишь, происходит. Так, здесь ну, граунд уже спускается. Просто куда тебе столько баста, я не понимаю. Ну, хотя до вылета, да, как бы основной армии, Кротсу, конечно же, лучше успеть занять базу. Какой-то Нидус строится у Зерга, куда он собирается Нидус делать, для меня просто загадка, если честно. И на остров, и на острова бесполезно, и туда тоже бесполезно. Был лаг, ну, может, я не заметил, да, был лаг. Ну, 200 процентов. Ну, Каррера еще и Мазершип не готов. Честно, Каррер подождать плюс 3 и идти вперед убивать уже на самом деле. Ну, вот Зерк тоже, ну, стоит, а что ему еще делать? Я не понимаю, как Зерк убивать процесса собирается. То есть у него какие-то тут грейды 2-1 только еще. Гидрой он будет убивать. Нет, Гидрой это не убить вообще никак вообще. Ну, то есть без шансов убить Гидрой. Три феникса выбил, ну это ничего не дает абсолютно. Сейчас еще два карьера выйдут. Мазершип сейчас выйдет через несколько секунд. 71 секунду он делается. Здесь фотоночки на это четвертый базу. На точнее не четвертый, пятая уже база, третья наземная получается. Кромушки будет, это будет сейчас, скорее всего. Вот. Какой фарш просто лингов превращают, это жесть. Все, 15 караптеров. Караптеры это вообще бесполезный юнит в данной ситуации. Мазершип готов, нужно его брать и лететь. Просто без мазершипа полетел, забыл вообще про него. Вот, вспомнил наконец-таки. Мазершип просто на третий будет стоять. А, то есть мазершип будет давать инвиз, я так понимаю. Люра заходит на третью нижнюю. Надо встать, чтобы так робок не видно было, так она бы ничего не атаковала, эта люра, я не знаю. Сейчас пилон выпьет, и все, атаки больше не будет. Пошел замес. Ну это ГГ, конечно, здесь, смотрите, ё-мо, слухарь, 11 штук. Это фарш, сейчас потери вы посмотрите, просто они вот в зерга бегут там. Кто тут просто материал, как на удивление. Хеллрейзер против Каст сейчас мы увидим. Ну что же, матч Венеров. Самое интересное начинать. Мы матч лузеров Джимми Микро против Лиссандра. Я же вас всех приветствую, за внимание благодарю. Напоминаю, что можете поддержать данный турнир Starline Лигу материально. Турнир есть во вкладках, где турниры. Туда заходите, поддерживайте. Можете поддержать меня и мой канал от блоки, отключить на премиум, подписаться также через плеер материально, либо напрямую по реквизитам.
Пузырьку делать, я уже много раз рассказывал, что делать, как бы пересказывать не буду. Это очень много рецептов есть. Более агрессивно играть, более макро. Ну и там руки нужны. Маспорки, как бы от обороны. Все, вариантов много очень, но они тяжелы все, как бы. Если уровень плохой, то ну такой уровень не самый лучший. То, конечно, лучше так как-то Нидус и Гидру, там еще что-нибудь такое делать, как бы. Чалик. Так, секундочку, ребят.
Так, ребят, потерял что-то чалика я. А он тут, а вот он. Вот он, этот гусёк. Усатый, бородатый. Ну что ты, пройтись хочешь? Чё ты мне лапку даёшь? Чё ты мне лапку даёшь, пёс? Оп! Хвостом виляет. Сосисон, иди, попозже сходим. Так. Не надо банить кого-то одного. Я следил за этим разговором изначально. Этот АЕТ-2 несет полную ахинею. Как бы человек абсолютно там прав про то, что пишет. Как бы, ну, если банить, то всех. Вот. Но нужно поаккуратнее, надо вынести предупреждение, как бы, всем, если не понимают, банить две стороны и все, как бы. Кто-то там полаивает, да, братан? Кто-то там полаивает. Ну что, ребят, опа, Каста играет, Build Innovation, обратите внимание. Чё ты скуляешь там? Хорош скулять. Здесь у нас прокси Старгейт, между прочим. Адепт Крампи телепортнулся. Ну что, Оракул сейчас будет врываться, это абсолютно очевидный момент. Ну, факте второй ничего не заказано. Циклончик стоит на лоу-граунде. Оракул сейчас ворвется, однобазовый здесь гейт пошел и грелка заказывает. О, нет, здесь это все косызи отобьет, конечно, такой бред. Так, циклон надо возвращать. Нужно грейд делать. А нет, погодите, а это что такое? А, это я думал, это два старпорта. Циклона нет, это... Отпускает каска. Она нет, нет, это минки плюс циклоны, соответственно. Ну, это бред. Не-не, нет, не бред, конечно, это тоже работает. Но проблема в том, что циклоны будут без грейда ключевого своего. На дэмэдж по массивным юнитам. Здорово, Дим. Вот. Приходит Кас, находит пилоны, минку сюда копает. Туда варп, где-то юнитов пошел. А, это сталкеры. Минку в центр надо перекопать бы сейчас. Захват пилон Кас. Все, пошел грейд на... Грелочку отменяет, филлезер в Нексус выходит. И
Ко сну. Лунтиковскую тему сейчас делает, объясню элементарно почему. Ну, хотя он на рампе, может, не ожидал. Нет, здесь я могу быть неправ. Что, может, он просто на рампе не ожидал, что происходит. Так, здесь минки что-то бегают. Зачем минки все демонстрируют, сейчас понятия не имею. Вот, циклоны поехали вперед. То есть, если был скан у касс, он мог ХГ просканить, просто, например, грелку захватить и вообще там развалить в хлам. Еще минки идут, циклоны идут, марики делают. Тимпак уже пошел. Если там в Steam еще касс переходить умудряется при этом всем. Ну, минки ближе надо перекапывать. Каст непонятно, что-то сейчас ждет. Что он ждет? Чудо какого-то? Чуда не будет. Пилона выбивает сейчас каст. А сталкер поотваливается. Так долго в рейнже минки прут сходят, и они не бомбят никого. Очень странный момент вот сейчас был. Каст очень долго минки перекапывает, я вам должен сказать. Ну, свич от касса вот в био в какой-то, мне кажется, абсолютно лишний. Почему? Ну, просто нету свича в робо. Вот это тоже фейл, потому что он сейчас не будет видеть, что происходит. Почему лишний свич от касса в био? Да потому что ему нужно додавливать было циклонами просто. И все здесь просто ничего не сделал. Здорово, Димган. Я что-то про тебя все время забываю, ты тоже мне не пишешь, пиши там как что. Вот. Попал-то, да, еще на самое развитие событий, еще только матч Венеров. Еще лузера пока не играли. И тем более десайдера не было. Так, что циклон приходит? Минки прилетают, адепт плюс... Апсерер заходит, и минка падает. Как вы знаете, в лотве сталкеры сами не могут зайти в рейндж минки. Такой интеллект сделали. Раньше они могли сами тупить и в рейндж минки, например, заходить. Вот. Сейчас же только если ты случайно мискликнешь и на муви подойдешь через атаку, нет. Тимпач Сакас выходит на лоу-граунд, просто пытается непонятный какой-то контроль. Зачем вот против этого, вот ты видишь тирана без медиваков, зачем против этого вообще в принципе контролить начинать, как бы? Это же бессмысленно. В итоге просто сливается, Кас разбирает все. Секундочка, Касачин сейчас с медиваком будет выкопать 48-29 по боевому, там кроме сталкеров вообще ничего нет. И только сталкеров добавляют. Hellraiser. Еще один медивак вперед полетел. Здесь кастенку делают. Не до конца закрывает, правда, ее. Так, циклоны приходят. Да приведи ты Марика вперед. Ну, ёпарасте, неужели элементарно просто не законтролить? Газ загружается, кот полететь собрался. Ну, прям под сервером, в общем-то. Разгружается. Газ что-то непонятное он вообще делает. Ну, он сейчас дождется, пока третий нексус раскачается. И просто намасится неплохо. Еще пошли юниты вперед сейчас. Продакшн очень неплохой у Каса. В данный момент. Хеллрейзер выбегает вперед, хочет поконтролить. Ковер, если игры забери, ну, давно уже пора забрать его. Не, он лежит давно приготовлен, на самом деле. Так, передроп на ХГ будет со стороны кассы. Да, передропывается к камням сейчас. Третью цешечку одновременно ставит при этом. Еще передропщик пошел. Циклона забыли, объедет сам, говорит касс.
Здесь у нас гид, кстати, оставлен. Такой можно сюда пилон пилить и пушить с него, например. Стимпач СК заходит с тыла к третьему Нексусу. Нереальное количество бил. ДПС просто невероятный. Залп Минка делает. Кас Нексус добивает все-таки. Ну тут неплохие филды со стороны просто были запилены. Кас здесь не развалился, но отступает просто. Но Нексус минус нул. То есть, собственно, Протсу надо было и вот это направление контролить тоже. Он только камни контролил. В итоге Кас на трех ТЦ-шках против двух Нексусов. Нет, я в армии не служил. Так, медиваки полетят. Блин, очень опасная ситуация сейчас для Протса складывается. Кас двух направлений пройдет. Дропчик на мейн. Хеллрейзер в размен собирается идти, насколько я понимаю. Сейчас Кас минусует. Так, второй пилон. Вар пойдет. Здесь стоит, Кас ничего не делает. Хеллрейзер хорошая армия вперед приходит сейчас Касу. Для не все здесь ясно, на самом деле, для тирана, я вам скажу. То есть он Кас вроде как размениваться раньше начал, но здесь очень неплохая армия с очень неплохим ДПСиком таким появляется. Нужно минусовать ЦЦшки как можно быстрее. Хеллрейзер очень большую ошибку делает, что не заходит на ХГ. Так, здесь залпы, минки, шлемы везде, все три базы Кас шатает по боевому плюсе. Ну и что, под полгода здесь заходил, в итоге Кас здесь уже, смотрите, сколько настроил. Адепты тупят, все тупят, минки уже поперли. Минки это вообще нельзя сейчас просто было допускать. Сейчас минки так будут разваливать просто армию. А что просто собирается делать? Иллюминейтер Кас выигрывает здесь уже. То есть тиран улетит при необходимости, а просто никуда улететь не может вообще. Дает скопиться Кас все больше и больше, Хеллрейзер. Так, пробочки есть, Нексус не на что запилить, к сожалению. Так, Аптерер прилетает. С Аптерером можно неплохо подраться. Кстати, если здание успеет Хеллрейзер построить, в принципе, как я и говорил, микс у него неплохой. Хорошо, что Минка успела погибнуть, сейчас бы она жахнула, что все, скорее всего, с Н3 погибли. Там как раз такая позиция была кривоватая. Выбивает Хеллрейзер Кассу, все, на мейне. Био медиваки выбивают, Кас их вообще не контролит. Надо пилоны ставить, пилон ставит первый Хеллрейзер. ЦЦ-шку надо минусовать, иначе улетит. Нет, блинкости, что ж ты творишь-то? Конечно, я уже начал переживать за Протса. Кас сканет, видит где пилон. Нужно ставить сюда какие-то здания уже начинать. Грелка есть, то есть воздушными не уйти будет зданиями никак Касу. Похоже на победу просто это все очень даже. Здесь, ну, хотя если минки как-нибудь жахнут, циклон может выстрелить, я не знаю, поможет это. На газа еще на два есть. Ну вот если так Хеллрейзер будет драться, то он ничего не победит, конечно же, здесь. Кириасми поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. На диванку. Спасибо, Кириасми. Погодите. Пилон Кас фокуснул. Ё-моё, Кас фокуснул пилон сейчас. Вот это... Вот прикол-то. Ну, Кас сообразил сейчас, что делать. Ресурсы были, можно газ было запилить на Каса, на этом подловить. А просто не... Спасибо, Кириасми. Спасибо всем, ребят, большое. Вот. За поддержку. На диванку уже собрали, как ты видишь, но все равно спасибо. Как смогу, там буду с ним вопрос решать, я уже с этим диваном.
Так, Magic создал вторую игру, захожу сейчас в игру я. Вторая игра, Каз против. Диваны разные бывают. Ну, он у меня уже как бы выбран, в принципе. На другой средств нет. То есть, чтобы там принципиально качественно другой был, надо удваивать просто то, что сейчас есть, и все. Тогда, может, прокатит, как бы, да. Ну что, вторая игра, Галактический процесс, КАС 1-0, ну очевидно, что он здесь фаворит. ГАЗ первый у него сейчас заказан. Матч лузеру Джимми Микро против Лиссандро. Можно уже почеркать, в принципе, карты там, я думаю. Им. Не знаю, писал кто-нибудь или нет. Я уж тоже в игре, поэтому не буду заморачиваться, как бы отвлекаться, да, там. Хеллрейзер решил, что с кассом как-то напряжно, ему он фаворит, как бы, и надо что-то здесь сделать чезонческое такое очень. А что чезонческое делать? Ну, посмотрим, что. Я думаю, что, наверное, это сверхранний прокси-торги, как в предыдущей игре тоже. Так, ну мы патрулей здесь вообще-то. Hellraiser первым Оракул заказывает. Что он сможет сделать? Хороший вопрос. Кстати, у Каз такой билд, по которому Оракул может зайти неплохо. Нет, никаких первых диванов не было. Так, адепт приходит, адепт отдается. Здесь одного Марика минус. Ну, Марика на адепта разменивать это провал. Оракул заходит в какой ситуации, если... решил, что Оракул сейчас выбьет всех Марику. Кстати, может выбить. И, кстати, в грелку потом выход пошел, что самое интересное. Врывается Оракул, Марик в 4 штуки. Ну и что дальше?
Где Минка у Каста? Где-то там есть она, эта Минка. Где непонятно она. Где Минка? Вот она, за газом хитро сныкана. Гелиончики вперед поехали. Мазеркор отсутствует. Два, там, три пилона заказывает. Здесь сразу на рампе Крокс. Адепт один дома есть, надо выводить его. Так, причем пилоны эти в тему под supply блок. Черт добавляет, здесь надо грелку еще одну строить. Я бы, наверное, два заказал, адепта все-таки поставил на рампу. Вот не успевает Hellraiser пилон отменить, это ошибка была с его стороны. Плюс сталкеры пошли, Минка на рампу копается сейчас, точнее она на лоу-граунд даже копается на рампу. Нужно пробивать камни, вот с этого направления, кстати, можно желтый. Ну, хотя здания-то перелетят, если что. Так, приходит пробка, Минка делает залп. Оракул залетает, Ревелейшн бы кинуть еще. Кидается Ревелейшн, Минка выбивается. Вычинки для бункера достаточно, еще и циклон здесь есть, самое печальное. Циклону надо отойти, сталкера отводит. Хеллрейзер пытается прицануть ЦЦФу, который рядом тут находится. ЦЦФ и надо перелетать, что и делает сейчас Касс. На главу, а это, конечно, с его стороны. Циклон опять сталкера заходит, опять надо свалить. Сваливает Hellraiser, опять же. Здесь что у нас? Выход в Нексус все-таки будет наблюдаться. Файлайт пошел. Ну, это однобазовая такая тема. Ну, кстати, я как иногда раньше не в лотве в ход все тиранов выигрывал, когда такой прессинг делал. Что я делаю? Я продолжал масить грелок, чтобы их 5-6 было там и более. Ну, более я не припомню. Развешивал их парочку таким образом, чтобы дропы не пролетали. А остальную, основную армию с центрой, с одним филдом, держал вот здесь только рампы. Здесь еще и вот эта тема есть в лотве. И просто выходил у Нексус, делал блинк потом, да, как бы. И до бесконечности просто тирану не давал с мейна выйти, все ресурсы, что у него кончится. Но если ты пропускаешь здесь хоть что-то куда-то, то это печаль. Вроде как не собирается Hellraiser ничего пропускать. Посмотрим. То есть выпускать тирана на лоу-граунд, это бесполезное стояние здесь получается. То есть почему? Потому что будешь база в базу, тиран с технологией, с минками, как бы со всеми делами, с этими. Ну, тяжко будет убить. 31-26 парабам, Hellraiser переводит часть пробок уже на лоу-граунд. Ну, вот сейчас дистанс майнинг пойдет, а Nexus уже готов будет через 8 секунд, там, через 9. Поэтому это фейловый дистанс майнинг, абсолютно такого быть не должно, контроля у Прокса. Надо пробок еще добавлять сюда обязательно. Сталкеры все новое и новое подходят. Ну, блинка нужно дождаться 50 секунд до него. У касса нету стима, стим скоро будет. Танчики зато есть у касса, и с танчиками выйти тяжело. Вот это ЦЦ факта, что это? Минус факта вот этими юнитами просто. Ренджа достаточно, чтобы минуснуть. Причем Hellraiser видит, что факта у них. Надо дать ей сесть, пусть она садится спокойно. Ну, ничего она не сделает здесь. Ну, так вот, если летает, то трогать лучше не стоит. 35-26 парабан, 98-82 по лимиту. Сейчас, блин, будет, можно вот викинги вылетели вперед, сразу убил, например, их. Каст дропчики готовят какие-то хитрые. Вниз просто на лоу-граунд или дроп к Протсу. Дроп к Протсу полетел. Так, ничего не осталось, кстати, смотрите, можно просто агрессивным блинком убить, по-моему. Щитов нет, стима нету у касса. Hellraiser хитро как-то там заходит. Ну все, дроп улетел уже, что ж ты, не видишь ничего? Кажется, Hellraiser что-то прочувствовал, но... То есть, либо в лоб атаковать, либо отдаваться. Здесь два варианта. Вот здесь вот на дропе как бы. Назад уже не успевает Hellraiser прийти. То есть здесь обороны нет. А, вот он сталкер разговаривал несколько штучек.
Кстати, 4 сталкера с адепты и Mother Horse полной энергии. Может, конечно... Так, чего он делает-то? Каз вниз идет отдаваться. Бой принимай, да и все. Так, оверчаж вставляет, сталкерами надо свалить сейчас. Под оверчажем можно обороняться, по-моему, здесь. Зачем-то Хеллрейзер домой пошел. И че, Каз сейчас просто оборону здесь вниз спустит, и все. Надо выходить на выходе. Вот. А в такой ситуации тиранов надо ловить на спуске вниз. Хеллрейзер не поймал никого нигде. Выбивает все дома, конечно, но... Сейчас потеряет здесь вот этот свой продакшн. Короче, фейл, блин. Сталкеров очень много здесь. Ну, нужно... Так, старги. Пилончик падает. Гейт сейчас тоже, возможно, упадет. Полгода Хеллрейзер идет вперед. Сейчас наткнется на факту. Хотя хотел хитро обойти сейчас. Даркшайн пошел. Ну, сейчас Хеллрейзер с этого момента начинает проигрывать. Бессмысленное у него стояние здесь наблюдается, как бы. Вот это, тем более, такие здесь фейлы Каз делает. Ну, хотя здесь уже столько био, что сталкерами, голыми сталкерами без шанса убивать. Надо было на спуске, то есть, Каз принимать. Четырех вот этих сталкеров адептов и оверчажа, вот особенно из пилона здесь бы было еще не хватало. Даже без пилона видно, что рано или поздно Хеллрейзер отбился. Пусть бы там пробок потерял бы, но на спуске Каз, если принял бы, то шансы были хорошие. Минки-то здесь не было, то есть он винку выбил, он понимал это. Можно было блинкнуться, не боясь залпа этого сплэшем, как бы. Укуснуть там медивак, танк из био начать нормально размениваться. Тем более две грелки были еще сверху в этом всем движухе, в этой всей. В итоге грелки вообще бесполезными сейчас против мариков становятся. Да и все остальное тоже не очень-то полезно. Ниндзя Нексус здесь. А куда дарки варпанутся? Вот мне вот интересно. То есть дарков строим, а вперед, ну, как бы варпать их не... Значит, здесь пилон надо было делать. Идеально, конечно, где-нибудь здесь вот. За камнями сюда варпанул. Чика, они пришли. Каз выход делает. Очень жесткий уже выход идет. Так, грелки вот вперед полетели. Ну, так, а что дарки-то у нас? Даркшайн готов. Зачем он был сделан-то? Я понятия не имею. Сейчас вот на все будет дарков варпануть. Штучки 4. Прийти, ЦС-шечка раз, ЦС-шечка 2 минус. Все. Каз уже в размен проц лучше себя чувствует. Так, Минка делает зал. Минус сталкер, но остальных по остальным сплэшам не попал. Так, Даркшайн что у нас? Живой. Дарков не варпит. Такая ошибка ужасная со стороны проц. Все, саплайблок, дарков нету, ничего нету. Заходит Хеллрейзер, минусует ЦЦ-чку, вторую кассу. Надо срочно на ХГ идти, ЦЦ-чку еще минусовать и варпать дарков просто, все. Что он делает-то, блин? Заходит Хеллрейзер, подбин, танк пытался выбить, танк не выбил. Выбивает Мариков, выбивает Медиваки, ЦЦ-чку фокуснуть и все. Даркшайн есть, ресурсы на дарков, самое главное. А вот они есть, дарки. Все, ГГ кассу, смотрите. Режем, режем всех, зарежем, мы невидимые ребята. Смотрите, как они режут просто. Просто пилят вообще кассы сейчас. Хеллрейзер, блин, контроль демонстрирует. В принципе, даже неплохой, блин, контроль. Понимая, что он здесь разваливает. 1-1, ГГ пишет касс. Красавчик Хеллрейзер прочувствовал момент. Я не видел, как он дарков наварпил, ребят. Критикую за дарков, что не варпит. А он все правильно сделал. Варпанул дарков в какой-то момент. Выбил две ЦС-шки. Вот это называется опыт и уровень игры. В принципе, ну, может, он какой-то не дико большой. Но видно, что в размены Хеллрейзер умеет играть. То есть он все знал заранее. Такое, как, ну, нужно заранее планировать. Видишь две ЦЦшки, которые можно фокуснуть, видишь, что у тебя дарки, за счет этого можно выиграть, приходишь, фокусишь ЦЦшки, ты победил. Так и нужно делать, ребята. А что тут говорить еще, конечно же. Заходим в игру.
Так, секундочку, да? Один-один, третья решающая, ребята. Но если Кас проиграет, для меня это будет на самом деле сюрпризом. Ну, Hellraiser грамотно все сделал. Кас, все, что делал Кас, то есть он сидел, терпел, спустился вниз, нажал тэп, убил вторую базу Hellraiser. Ну, за что и был наказан в размене. Ребята, кибернетчика пошла. Так, здесь гейт газ Никсус кибернетчика. В этот раз Hellraiser не играет какие-то прокси-старгейты сверхжесткие, там сверхчизовые. Кас через Рипера сыграл, кстати. Интересно, блин, редко Кас увидишь такое вообще. Адептик. Кстати, не, на самом деле, вру, не редко Кас уже в ходце через Рипера начал играть, но Кас играет стандартно, не халявно здесь. В ранний Steam играет, насколько я понимаю. Роц видел. Барак второй, все в порядке, поэтому у него. Вот, Лунатич. Это плохо. Это азарт, это плохо вообще. Очень. Кас, неплохо. Тут КСМ-ку убивает. А где он? Уже две-то убил. А, одна дома там погибла, видимо, вот это. Хотя не, это разведка вот возвращалась, а одну Кас где-то здесь подрезал, я так понимаю. Ну, Рипер 2 КС, пробки минус, ну, конечно, неприятно, но не смертельно абсолютно. Так, в Икее. Я не знаю, может, какой-нибудь продается. Ну, в Нете он продается. Кресло самурая называется. S1, по-моему, S. Английское. Латинское, там, не знаю. Прилетает Рипер, еще пробку убил. Ну, тут ошибка Протца, что он еще одну пробку отдал, конечно. Но, опять же, не смертельно. Так, Кас будет минку дропать на мейн. Здесь интересная такая тема. С передропом дарков планируется упроться. Рабу, в принципе, нормальное количество. Но, посмотрите, вот ошибка уже. Где пилон вот с этого направления? То есть, если минка прилетит, просто дроп... Куда вот? Ну, что он здесь? Что он прикрывает? Надо вот где-то здесь ставить, чтобы вот эту часть перекрыть. Здесь перекрывает вроде бы вот пилон. Так, Steam скоро будет готов. Минка уже летит. Две штуки, две минки летят.
Спалил медивак просто сейчас. Заметил ли? Не знаю. Ну даже если заметил, что толку, как бы. Нечего, нечем это все отменить. Сейчас касс и Даркшайн спалит, короче, все спалит. Это, похоже, печально для просто очень. 10 пробок за залп. Ну, это фактически пишем GG. Выходим. Здесь две туретки. Касс сейчас все изи здесь отобьет. Сейчас еще прям на био можно дропнуть, то, что самое главное. Вообще не дропнул Дарку. ГГ пишет Хеллрейзер. Ну, показательная такая игра. Касс все очень четко сделал. Просто позиционные ошибки, как бы, и не видит он медиваки совсем, которые к нему летят. Вот и результат в итоге. Изи касс в третьей игре. Ну, вторую четко Хеллрейзер отыграл. Касс вообще не ожидал такого. Кстати, касса часто так можно было и раньше подловить. Ну что, Лиссандра против Джимми Микро сейчас будет. Так, пару минут перерыв. Сейчас я вернусь. И мы продолжим.
Так, здорово всем, ребят, привет, Рипли. Понял тебя, Рипли. Печаль, что не знаю, последнее время что-то я с некоторые проблемки есть на Good Game, тут ничего не поделаешь, как бы, да? Вот. Так, нет, Блай там играет все 30 игр там. Ну что, ребят, ну я думаю, что Лиссандр... Кстати, на кибетике, кому интересно, там на 1xbet есть ставочки, кому интересно, да, на данный турнир. Hellraiser. Так, Лиссандра против Джимми Микро. Александр против Джимми Микро фаворит. Вот. Вот, Алнатич, спасибо тебе за внимание. Враг атакует улей. Оп, спасибо тебе, вот, Алнатич. Вижу, вижу, все. Респектон тебе большой. Так, здесь что-то тут... Погодите, а кто там ездил-то? Пробку заклевал. Заклевал пробку в итоге все-таки Джимми Микро. И опять он свою бесячую тему, крайне бесячую ставит. Ставит Evolution здесь на второй базе. Здесь Зилок достраивается. Он уже как-то атаковать может. Спасибо тебе, Бутылнатич. Короче, спасибо, ребята. Всем поддерживайте мой канал. В общем-то, по возможности. Отблоки отключайте. Реквизиты вы знаете. Премиум подписывайтесь. Либо через плеер, чтобы озвучивали вашу поддержку мужик. Голосом так и по 11 ноября. Случайно это было мисс клик. Стенка кривейшая, конечно, Лиссандра вообще. Ну, здесь типа проход стоит. Ну, здесь еще один пилон не настоящий, чтобы точно было очень все, потому что здесь растолкают деньги нафиг. Если их много побежит. Адептики двигаются вперед. Здесь еще пул не готов даже. Ну, мы в поздний, кстати, играем. Что-то мечется адепт зелком здесь. Примерно то же самое, что Hellraiser делал против Джимми Микро. Здесь тоже зелок с адептом пришел. Вот тот еще... Пытался пилонами там была блочиться. Так, хорошо, адепт с зилком встают сюда. Зилка надо тоже было завести, так чтобы он лучше дрался бы. Минго, так, тут из-за того, что Джимми Микро запускает этих юнитов к себе, у него с перебором Линго в продакшне в очередной раз. Линги возвращаются. А адепт что-то ходит туда-сюда, не контролит у Лиссандра. Лен, ну пока бросать не собираюсь, я уже сказал, что в начале сентября будет отпуск, поеду в Москву в авиацию смотреть с Илюхой,
Ну а в ближайшие дни будут стримы. Я хотел завтра отдохнуть, но понял, что ни хрена не получится этого сделать. Ребят, почему? Потому что много великолепного StarCraft для вас будет. Завтра, например, это будет 12.00 Старлиги полуфинал. Patience против Солара. ПВЗ великолепный. Ох, я жду этого ПВЗ, это круто будет. Пейшонс, конечно, я не считал его супер крутым игроком там всегда, но тем не менее, сейчас он уровень очень хороший показывает. Солар тоже великолепен сейчас. Вот. И потом вечером SGL будет, аналог Life and Cup, как сегодня вы смотрели, только на американском сервере. Там бьется НИП против Тру в первом туре, там много кто бьется вообще. Корейцы, не корейцы. Уже на Team Liquid события есть, поэтому это в 16.00 начнется все. Но я думаю, где-то часов до 8, 7, 8 будет все идти. Вот с этого времени хоть отдохну, может, завтра, не знаю. Starline группа кончится, плей-офф будет обсуждаться, когда там и что. Вот. Ну, наверное, в 2 дня он пройдет. Не знаю, до моего ли отъезда, не до моего. Надо, если будет возможность, до, наверное, пилить, потому что потом я только 13-го вернусь, 7-го уеду, 13-го вернусь, соответственно. Вот. Ну, может, с Баркрафта денек постримлю, не знаю, там как получится. В деревню еще хочу съездить в начале сентября, но тоже хз, какой день на это выделить, вообще без понятия. А, еще пролига будет тут как-то на днях тоже. Ну, это после выходных, по-моему. А, в субботу на выходных, может быть, будет она. Так, здесь линги адепт встречают. Или адепты лингов. Скорее второе, потому что, кстати, линги без мува пока. А адепты с... Ё-моё, адепты со скоростью атаки, с глефами. Здесь беллинги, линги новые делаются. И терпит здесь зерк очень жестко. Лиссандра больше на 10 лимит уже. Он заходит вперед. Королеву минусует. А так, бейны готовы. Адепт телепортируется куда-то. Сплитить надо их. Мух лингом доделался очень вовремя, и Джимми Мик разгрызается к чертям. А здесь... Опа, дестабилизатор Харас. Интересное решение, хочу вам сказать, от Лиссандра. Но вот с такой ущербной стенкой могут в лоб его просто убить сейчас. Чё завтра? Что за гофу? Завтра нету гофу. Поиска. А, может быть, за поинты, да, может, есть. Финала месяца точно завтра нет у кого, поэтому... Такие его поиска я практически никогда не стримил. Точнее, вообще за последнее время никогда их не стримил. Так, здесь пилон бьется краснющий. Ну, он сейчас погиб. Погиб в итоге пилон. Дестабилизатор полетел, я второго бы подождал. А, Лиссандра второго и ждет, плюс выход какой-то, плюс 5 гитов добавляется. Я бы даже не выход делал, я бы харасил. Ты участвовал в разработке воздухозаборника МиГ-29. Крутой ты. Если мне память не изменяет, МиГ-29 решил вот, применилась от того, чтобы... И дестабилизаторы по лингам. Чё Лиссандра делает, не пойму. Так, летит и убивай экономику. Что ты тут бегаешь вообще? Решетка, которая от птицы, их попадания. Снизу он закрывал, сверху решетка. Какая-то там что-то уникальное было, помню. Такая тема. Так, Беллингов подрезает Лиссандра. Ну тут не Бэй, надо не в это все дело стрелять, надо харасить. А, выход пошел. Вот я не знаю, против линга беллингов дестабилизатора это не то, чтобы вообще печаль, как бы, но такая прохладненькая, я сказал, темка. Еще один зал, беллинги падают, адепты заходят, адепты разваливают, не готов же Мимикро принять бой. Зато адепты всегда готовы. Залп еще раз по беллингам пошел, королева плюс 2 бейна подрезается. Беллинги врываются прямо в центр, сплит оставляет желать лучшего, но тем не менее юнитов слишком много здесь. Интересно, видео кубинки будут летать? Не просто чтобы летать. МиГ-29К хочу посмотреть.
Адепты уходят на мейн, часть остаются на второй, на мейне все падает. На второй беллингов очень круто Александр тут зажал. Ну, дестабилизатор, конечно, куснет же мимикро одного, ну а тут уку нет, 106 на 37, потери вы видите, сейчас я вам вставлю, это катастрофа для зерга. Ну, мутка заказана, да? Да, 8 мутка, а что они сделают? Здесь даже то, что здесь есть, им тяжело будет убить. Здесь 5 сталкеров и 4 СНЖ с гвардом. Трейдрон уничтожен, опять потери открываю, ну, как бы для зерга все хуже и хуже для Фродса. Более-менее, да, видно, ждем еще одну игру, ну и, возможно, мы посмотрим, если победит Лиссандр ПВП в Десайдере, Лиссандр против Хеллрейзер. Кстати, интересное ПВП будет, два украинских игрока, мне кажется, это будет весело. Кибетики, ставочки есть, помните? Зелиант поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Преданность СК заслуживает уважения. Спасибо, Зелиант. Ну, СК Форева, тут ничего не поделаешь. Навряд ли как бы я... Не, ну я не исключаю ничего. В комментаторской деятельности, стримерской, навряд ли я куда-то уйду от Старкрафта, как бы, да? Хотя в будущем, если буду все этим все еще заниматься, возможно все, но сомневаюсь, хоп, завтра в Дотан леплю сижу, да? Битва будет за топ-1 топ Украины. Ну, посмотрим. А ты что, их не зашатаешь, что ли? Спасибо всем, ребят, еще раз за поддержку. Очень-очень приятно. Последний день, между прочим, лета, с чем я вас всех, ну, поздравлять не знаю, как бы, потому что все-таки пора такая, которую в России обычно ждут все, как бы, так, по большей части в умеренном климатическом поясе находится, особенно на северном, на севере, кто и не в умеренном совсем находится, да? Вот, тем более... сезонов несколько, но есть и в осени, и в зиме свои плюсы, и как-то вырос, я понимаю, это что
Зимой кайфово, например. Деревню я чуть-чуть редко езжу, но вот зимой, например, по лесу походить еще кайфовее даже, чем летом. С какой-то стороны зверей можно заметить, следы там. Ну и не только, как бы, много всяких видов спорта есть и т.д. Чуть-то я вообще за хрень какую-то уже несу, за философствовался тут. Короче, 31 августа, сегодня-завтра 1 сентября. Всех учащихся с началом предстоящего учебного года поздравляю я. Хотя, может, кто-то ну и не хочет особо начала этого. Блай 12.3. Серьезно, серьезно. Так, вылетает Мазеркур, овера можно сбить сейчас. Тут изи можно овера было бы сбить, но решил, что не будет энергию тратить у нас просто сейчас. Мне кажется, зря. Артем Кавай, привет. Всем привет. Роуч Уоррена от Джейми Микро. Но это говорит о том, что не очень, по-моему, он уверен в своих силах. Ну и вообще он игрок агрессивный такой. Я насколько где-то припоминаю. Где-то я видел уже, как он играет. И вполне возможно, оттуда я выводы и сделал. Так, пошло 5 Роуч. Сейчас продакшни пробочку. Прекрасно видит Джейми Микро, как она там катается. Ну, газа 2. То есть, это Ревы Джерелинг. Кстати, сильный достаточно пуш. 5 Роуч и плюс... Так, линги приходят, ну пробку-то, ё-моё, спалил всё, ну как так можно вообще, поступать-то плохо, Роучи замечает Проц, ну всё, Проц будет готовиться, очевидно, абсолютно, здесь какой-то странный гейт ещё, это блок полный будет сейчас, Даркшайн пошёл, ну всё, Даркшайн пошёл, пробка есть на карте, нет, пробки нет, ещё пилон был здесь, запилил, всё, как бы было бы идеально. Здесь уверчажей достаточно много, дэмэджить рано Мазеркор начнет. А Даркшайн закончит свое вот это вот все дело оборонительное, скорее всего. Можно сталкера вот сюда вывести, он пиу-пиу сверху будет, пиу-пиу стрелять. Вот. Приходят реведжеры, два роуча, линги. Ниты открыты уже, еще один реведжер пошел. Влияние тебя, но может быть и влияние тебя. Фаерболы падают, Даркшайн еще пока не готов. Почему уверчажи Лиссандра не ставит? Я не понял, почему он ждал до этого? Почему он уверчажи тупо не ставил? Сейчас давайте еще зерк пробреет его. Не, ну пробрить не пробреет, но он крит дэмэдж может экономике нанести сейчас. Первый только дарк появляется, как вы видите. Не, ну хотя купили дэмэдж 36-24 барабан. Выходит дарк, начинает резать. Ну, ДП отключены, дарками в атаку не пойти сейчас будет. Ну, потом, да, грустит, конечно. Учеба это такое время, которое... Да, может, я открою какой-то секрет, любое время не вернешь. Чем старше мы, тем больше лет, короче. Чем старше ты, тем больше тебе лет. Вспомнил Энджойки на эту песню. Или кого-то. Микс на Кличко. Так, здесь Дарк у нас пришел. Нет, Дарк, если и пришел, то он, судя по всему, отдался. 44-60 по рабам. Линги побегали, погибли. Короче, ребят, завтра буду с началом осени поздравлять я вас. Я, честно говоря, очень не люблю, как бы, ну, мне грустно всегда от осени. Как бы я вспоминаю, как я был маленьким, и в деревне моей я, ну, вот жил по там 3 месяца, просто летом так долго оно тянулось, и потом там, перед садиками, учебами всякими, просто сидел я, вот как сейчас помню, на заборе сидел, ветер такой еще тепло, и комбайны поля убирали, вот,
А тогда еще там засаживалось все, это были, наверное, 90-е, там, может, 90-й какой-нибудь, 3-й год. Вот, а может быть и даже 92-й. Ну и как-то так вот мне это отложилось, картинка в голове. А сейчас на тех местах, где поля были, лес уже, ну, деревья метров по 15 высотой стоят, крыло. Сосны, не только там грибы, я иногда собираю, когда езжу. Почему игра на Кибетика Лайзер и Сандра уже закрыта? Я не знаю, почему она вообще там добавлена. Джимми Микро, что ли, не верит? Вот. Она откроется, видимо, когда начнется, она, не знаю. Короче, Александр, что-то я вообще уже базарю какую-то, ну, тут надо игру смотреть, ребята. Ну, у Зерга все крайне плохо, вы сами понимаете, он делает какие-то вообще чудо-стратегии с макрохатой на мэне, с инфесторами, без грейда на энергию, роучерак, так. Ну, тут все Александр отобьет, любой враг, судя по всему, здесь все очевидно. Так, москаль 100 пикоинов, что ли, пилит меня, я чуть не понимаю, сегодня было или не сегодня. Да, это было сегодня, смотрю. Спасибо тебе, москаль. Чуть-чуть интерфейс изменился на СК2 ТВ. Так, зафаерболил призму неплохо. Сейчас я вижу Джимми Микро. Сейчас москаля добавлю. Скопировать из чата, блин, СК2 ТВ, а? Спасибо тебе еще раз. Спасибо всем за поддержку. Вот приятно становится те, кто уже мне на морду заползает, поддерживающий. Это не моя цитата. К счастью, видимо, про больше тебе лет. Вот, а мэра столицы твоей страны. Кстати, Джимми Микро пришел, кстати, у него лимит-то очень неплохой даже. Если мекозом попасть, например, в группу хорошую вот такую, и сюда в щик фаерболов через сэшечку накидать, может больно быть. Но нет, здесь дестабилизаторы, уже дебилизаторы. Сейчас они дестабилизируют походу все и вся. Пошел залп. Больно двум реведжерам стало. Один, по-моему, один от дэмэджа погиб других юнитов. Видит Джимми Микро все, и чего он тянет-то? Ну, он боится, отдастся здесь, а тут уже все понятно. Спасибо тебе, москаль, спектик на диван. Сейчас диван добавлю. А, чем старше человек, тем больше ему лет. Ну, что-то такое, оригинал забыл, да. Микоза достаточно много. Но становится его мало за один залп дестабилизаторами. Очень круто сейчас Александра стрелял. Я вам честно скажу. Ты метко стреляешь, Билли. Сказали им прутся. Вот. Зергов прибомбило явно немножечко сейчас. Потери двукратное преимущество здесь по потерям. Идет добивать. Ну, Джимми Микро молодец, что прошел на данный турнир. Уже за это ему респект. Уровень растет явно. Неспроста он квалифицировался. Ну, попался он с опытными игроками в этой группе. Уже ГГ пишет. Как же прижгло их. Так, в бока. Ну, чуть-чуть. Как? Совсем чуть-чуть оно шатается в бока. Смотря на сколько просто. Ну да, чуть-чуть там, я угол не скажу. Попой углы не определяю.
Сейчас посмотрим, кто у нас там где расположен. Ну что, ждем, пока почеркает Hellraiser. Неплохо там, конечно, прижег сейчас дестабилизатор, ребят. Так, не знаю, черкают там или нет. Так, первая карта Апофеус у нас.
Привет, Сайл. Слушай, я не знаю. Вроде 23 стримни 25-го кардра нету. Погнали. Решающая кар... Решающая Бутри, ребят. Десайдер матч. Я какую раз сливаю? Я не знаю, вообще не следил за этим, я всем разом сливаю, как мертвяк самый последний. Процентом не знаю, ребят. Давайте смотреть игру уже. Наконец-таки два гейта Александра, два гейта Hellraiser. Пилончику пошло, все пока зеркально, абсолютно. ПМчики можно глянуть пока. Чуть больше у Hellraiser, чем у Лиссандра. АПМа сейчас. Так, буст Мазеркора сейчас пошел. Так, цвета, да, что-то с цветами. С цветами надо будет попросить красный поставить кого-нибудь. По итогу-то. Два адептиков. Здесь два у Лиссандра, два сталкера первых у оппонента, два адепта первых. У Лиссандра Твайлайт. Александр с сталкерами выходит адепт встречать. Пробочка куда-нибудь поедет? Нет, пока никуда не едет. Здесь после адептов Старгейт и еще два адепта строятся. Так, куда Hellraiser так нагло-то идет? Я что-то понять не могу. Сталкеры на мейн возвращаются. Ну, тут соточку почти энергии есть. Мне кажется, что в такой ситуации надо адептов стараться под, ну, поймать. Именно вот этого надо было фокусить, а здесь хотите оверчаш один всего был, то есть тут тоже опасно, как бы двух-то не было. Если было бы два, точно так можно было бы делать бы. Адепту с двумя оверчажами убил бы, если что бы, и все. Оракул сейчас вперед полетит, возможно будет рыв адептами одновременно с этими, с оракулом. Так, что за диван? Ну, по цене-то это самый обычный диван сейчас. Так, адепт телепортнулись. Развел на один оверчаш, но еще оверчаш есть сейчас. Так что оракулу лучше, наверное, куда-то не на мейн лететь. Hellraiser пытается кого-то хитро облететь. Диван киевский, как бы. Ну, посмотрим, я думаю, что его и буду брать, чего больше мусолить тут. Уже собралась, как бы, намеченная сумма, в принципе, поэтому все ок.
Так, ну короче, я что-то молчу, слежу за оракулами, вам это показываю сейчас. А оракулы летают безрезультатно, нужно сказать. Они ничего пока не убили, только ревелейшн. Вообще по нулям убили здесь у оракула. Игра? Паузу, Лиссандра бросит, может быть на втором... А, ну здесь блинк ранний был, то есть получается блинк у Лиссандра очень и очень в тему получился. У оппонента его Твайлайт, тут сейчас и Форжа строится, и Мортлы. Все хорошо. Возобновлена. Тоже вроде как в плане развития. И мортлочки добавили гейта. Два, правда, пока. Здесь тоже два гейта. Оракулы ревелейшн постоянно ставят и... Пользователь 1ОНИЗЕТ активировал премиум на ваш канал. 1ОНИЗЕТ. Спасибо, Ионайст. Тебе спасибо всем за премиум, за поддержку, за все дела. Масс тут, смотрите, масс этот, стазисные ловушки сейчас от оракула пошли, попадает прямо на сталкеров, что ж ты делаешь, Hellraiser, повезло, что второй не погиб сейчас, у Лиссандра есть, а, это опс Лиссандра, кстати говоря, он может выбить, в принципе, эти ловушки, ну вот если блинкаться наверх, то, конечно же, тогда она сработает, 100%. Плюс два гейтоса добавляются. Здесь что-то... Так, здесь сталкеры заходят. Пошел замес. Сталкеров отгоняет Hellraiser. По лимиту в плюсе. Адептом скорость так сейчас будет готов. Плюс... Так, гейтов 6 штук будет. Иммортлы строятся. Будет ли он в третий Нексус выходить или интересно пушить? Похоже, что первый вариант. Пушить здесь уже смысла особого нету. Сталкера еще одного подрезал. По-моему, Сентрю там потерял одну. Нет, не Сентрю. А что погибло здесь? Ничего не погибло, получается. Только сталкеры погиб. Так, на мейн будет рыв. Здесь обсервер, кстати, хорошо сейчас. Вижен дает. Сталкеры заходят. Переблинк пошел. Hellraiser не наблюдая сталкеров этих. Вот они врываются. На мейн два оверчажа нужно вешать сразу. Иммортал разворачивает вроде как Hellraiser. Но один иммортал не способен отбить такое количество юнитов. Вот в чем проблема. Адепт приходит, два гейта отключены, сейчас еще можно подключиться. Ну, как бы сплетануть бы здесь одного иммортала сюда, вот так вот делает сейчас. Ну, надо было сразу оставлять, кстати, можно очень четко было попринимать. Ну, даже четырех сталкеров этих, в принципе, можно сейчас принять, но нужно сюда встать было бы. Вот они сейчас прямо на этих юнитов уходили бы. Вообще не уходили. Почему Лиссандра не блинканулся? Не понял я, почему не блинканулся. Лиссандра третью ставит, смотрите, уже готова она, точнее, Нексус на обычной базе. На третьей, соответственно, на Нексусе. Здесь на золоте готов, на золоте, конечно, повыгоднее будет. Вот с мейной часть рабов переводится, все правильно. Hellraiser оставляет сейчас 7 пробок здесь всего 5 минеральных кучек осталось. И одна из них уже кончится, 4, поэтому рабов достаточно здесь. А на золоте лучше побыстрее добычу начать, и 12, кстати, пробок туда пришло. Второй 17. Рабов архончики сливаются. Но пока как-то у Hellraiser выглядит все гораздо круче в его игре. То есть у него, во-первых, плюс 2 уже почти готово. 30 секунд всего осталось. У него золото, у него микс, в миксе иммортлов 2 штучки архона уже есть. Здесь только иммортл, пока без архонов. И Сандер какой-то выход делает. Куда он выход делает, я не знаю. Здесь будет ли в фарше что-то заказано после плюс 2, тоже вопрос хороший. Ну, я обычно армор заказываю. Почему? Потому что в PvP очень быстро, ну, может кушать и как бы и армор может очень сильно подрешать. Ну, а так, конечно, третья выгоднее, но она гораздо дольше делается, стоит в два раза дороже. Так, видит Hellraiser выход Лиссандра сейчас. Идет вниз. Будет атака. От Лиссандра, видимо, атака будет. Но Hellraiser нет смысла до туда ломиться. Я вообще не вижу у него больше лимита. Золото и все в порядке. Как бы. Есть плюс еще архончики тоже добавляются. Пускается Hellraiser на рулграунд. Архоны сзади. Вот это ошибка очень серьезная.
что Аркуны сзади. Вот наконец-то они пошли в замес. Хеллрейзер прямо вклинивает в центр армии. С плюс 2 просто разрывает. Сейчас Лиссандра в мясо вообще. Просто в мясо разрывает. Ё-моё, 5 имморфов. Я даже и не заметил. Они на плюс 2 там наваливают. Вообще жестко. Спасибо, Ионай, что смотришь тебе еще. И поддерживателей. Кирбалоид. Сколько стоит мега-диван? Респектовый диван. Ну там 26 рублей, как бы, ориентир мой был. Так. Я же хост. 26 тысяч он был на Икее, как бы, да, но у нас в городе ее нет. 10% доставка, то есть 28 600, грубо говоря, плюс. Вот нужно не забывать, что через ГГ-плеер все, ну, со всего процент снимается, естественно, сайт. Ну, то есть он жить-то на что должен же. И так, галактический процесс, вторая карта. Ну и, соответственно, то есть я-то включаю сумму, пишу, как люди прислали, потому что какая разница, люди столько денег теряют, сколько присылают. Не теряют, точнее, отдают, кого поддерживают меня. А там уж не важно, кто проценты там снимает, не снимает. Ну, как бы уже всего хватает, все окей. Спасибо всем, ребят, громадное. Ну, разберусь, как там буду заморачиваться с ним уже. Вы все узнаете. Так, ждем медоеда. Так, Лиссандра говорит го, он готов. Поехали. Так, ребята, я-то держусь, будет у нас все хорошо. Вот. Бустится варп у Хеллрейзера опять через адептов. Лиссандра через одного сталкера начинает. Погодите. Нексус это будет или что? Нет, обычно Нексус ставит так. Ну, а на, там, а, наоборот, два сталкера Мазеркор заказывать, не Мазеркор сталкера. Зачем? Но, с другой стороны, он раньше выйдет, и у него соточка быстрее накопится на два огорчажа. Твайлайт пошел, бил, как в предыдущей игре у Лиссандра. Я, на самом деле, в лотве опенинг через Твайлайт вообще отбросил, как бы, в принципе, играя на ладере, даже то небольшое количество игр.
Ну, я не знаю, для чего он вообще, как бы, то есть, для дарков, да, как бы, ну, блин, крайний, то есть, из старых Сазтергейта все нормально, Нексус поставил роботом, все окей. Давить с блинком вообще крайне сложно сейчас лотом. То есть, печаль полнейшая вообще. Телепортнулся, но это лишним движением было. Две пробки он всего лишь разменивает на двух адептов. Ну, Твайлайт зато спалил. В Твайлайте, правда, ничего не делается. Сейчас блинк заказан. Здесь Нексус еще пока не заказан. Оракул строится. Заказывается Нексус. Ну, для Лиссандра ситуация выглядит, в принципе, неплохой. Почему? Потому что Варп готов, блин, делать. То есть сталкеров уже сейчас гейты открылись. Сейчас сталкеров можно сплетануть между базами. Пробок он строит достаточно много. Саплай блок, правда, может быть. А, пилон строит. Где? Почему пилон не строится? Нигде. А, там Нексус сейчас застроится. Нет, саплай блока не будет, кстати. Пилон на втором Нексусе пошел. Ну, Тараку сейчас, кстати, вот эту единственную пробку, наверное, именно снес. Понимает Хеллрейзер, что Оракулом уже здесь нет смысла врываться, здесь уверчат же сталкера. Так, опс сейчас будет готов. Ну, 52-54. Hellraiser сравнялся уже по-рабочему. У него фаржа Twilight. То есть, я так понимаю, скорость атаки адептом опять будет. Так, тиран 1. Да, после группы я заканчиваю стрим. Скорее, не скорее всего, на 100% я заканчиваю. Не, ну вдруг что? Вдруг я превращусь в робота, как бы, и та на 99%. То есть, 100 вероятность редко бывает. Вот, точнее, не бывает, да? Нет, заканчиваю, заканчиваю. Ребят, я устал, надо отдохнуть. Я в ближайшие дни вообще, как бы, по минимуму буду, наверное, стримить. Хотя турниры будут, поэтому буду. Да и там и стримить ничего. Ну хотя Блайтом будет 31, наверное, до сих пор играет. Какой там, кстати, счет, ребят, скажите, пожалуйста, кто следит. Оракул прилетает здесь. Ну, видно же, что энергии мало. Прокликай и увидишь, что 25 нет. И все будет тебе, у тебя хорошо. Александра ставит оверчаж. Сейчас Оракул энергию подкупит, ворвется. Ну хотя не здесь оверчажа много будет еще. Будет, будут еще оверчажи. Камни Элисандра пробивает. Можно блинкануть сюда, сейчас подождать КДшечки блинка и ворваться сюда, а потом вот отсюда уйти на лоу-граунд. Так, здесь Элисандра пришел, получил сталкером демеджа и уходит вниз. Видит Иммортлов Адепт. Опс висит хорошо. Хороший заблинк сейчас. Но кажется, Hellraiser припалил здесь происходящее. Уходит Лиссандра вниз. Ну вот нашел Лиссандра, где подрезать. Пилончик срезал, смотрю. Больше не срезать будет, тут нормально два оверчажа выдают демеджа. Сталкеры не погибли, уходят назад. Что Лиссандра делает? А, Лиссандра делает вот это интересно, дестабилизатор из двух роба. Это будет больно, очень, скорее всего. Оракул минус, но дестабилизатор спалил сейчас Hellraiser.
Ну что, ну тут задестабилизировать можно хорошо. А, вот он уже готовится. Краса. Блин, Hellraiser PvP, смотрю, очень неплохо отыгрывают. Там фениксы уже готовы как бы встречать, но, естественно, непросто будет под таким количеством сталкеров. Но задача их тупо поднять, чтобы выстрелы не прошли. Зачем двумя стрелять? Ну стрельнет и одним, ну ё-моё. Куда ты двумя-то ж, куда шмаляешь, ё-моё? Гейт подготовил пуш 3000 лет, гейт не поставил сюда, Александр. Пробка стоит, даже сейчас гейт поставить выгодно. 21, здесь 119. По лимиту ещё пилончик пошел один. Здесь столько имморталов, что только с удачными мистерами дестабилизаторов нужно пробрить. Мазеркор полетел для чего? Чтобы фениксов пробивать, если будут врываться. Пошла атака от Hellraiser. Стреляя дестабилизаторы. Не успел Мазеркор полететь, но сейчас Hellraiser поплатится за свою агрессию. Верчаж ставится, еще верчаж надо ставить. Че так мало-то, ё-моё? Два сразу ставь. Три надо было, тут фениксов бы больше погибло. Так, залпы дестабилизаторами. Куда мимо вообще касса? Только сейчас попал, Александр. Дестабилизаторов 4 штуки, варпы все новые, новые идут. Ты вот уже бы гейт, если бы при начале прессинга поставил, бы уже бы доделался. Александр все в молоко куда-то шмаляет. Так, какую седьмую закончил? Там уже 12-4 был счет, я что-то не понял. Там бот 31. Там уже 15 игр было отыграно, и час или полтора назад пошел. Так, заходит Hellraiser с другого направления, и мов много здесь. Ой, дестабилизаторов разбомбило всех бедненьких. Залп-то где? Пошел залп. И все живут, а? Какие жирные эти юниты, конечно. 131-106, но Лиссандр переворачивает по лимиту уже, смотрите. Принимает бой, филды неплохие пошли. Адепты врываются, и мортлы падать начинают. Падают дестабилизаторы, но кажется, Лиссандр здесь зашатывает все-таки оппонента своего. Или не зашатывает? Зашатывает. Ушел из-под уверчаж Hellraiser. Но здесь уже не спасет два уверчажа, его увидите, что за ситуация. Залп дестабилизаторами, фениксами надо поднимать, не успевает поднять. Гэп пишет Hellraiser 1-1. Не получится так просто убить. Так, мороз, карта у нас решающая, ключи навряд ли ты здесь через чатик продашь, потому что здесь много, ну, обманных всяких маневров происходит. Ну, обычно StarCraft куфил какой-то впаривают, как бы. Ну что, Лиссандра предупреждал, что он отойдет ненадолго. Я его зову пока.
Так, поехали. Бронелов. На море был? На каком море? В этом году я нигде не был, и вообще единственный раз, когда я на море был, это у Лёхи в Айтре, в Одессе. Один на один, поехали, ребят. Да свершится правосудие. Перворожденные выстоят. Так, ребят, все, прошу прощения, меня тут отвлекли немножечко. Больше никто ничего не отвлекает. У Hellraiser Stargate. Как и в предыдущей игре, Adept Stargate, все три игры он одинаково абсолютно отыгрывает. Интересная, кстати, стенка у Лиссандра, смотрите. Здесь вообще адепта мне пройти сюда. И здесь пилончик расстоять. Можно еще сюда здание поставить, например, Twilight. И можно кибернетку, кстати, сюда было. А, нет, нельзя. Ведь с одного пилона это играется. Все, нет, кибернетку сюда не поставить. А вот что-то сейчас можно поставить. Да, идет 13-4. То есть они только 17 еще карт сыграли. Это жнич какая-то. Еще Блай играть. 14 игр. Это много. White Roy стал, что рассказывать, с ракет на носу. White Roy главный админ, как бы, Твича, сейчас по СНГ вообще-то. Вот. Так, спасибо тебе, ID Droid, это, видимо, ты мне рубелек тут присылаешь. Я так понимаю, да, на Тиньковчикс. Громадное всем спасибо, ребят, за поддержку. Так, Оракул прилетает харасить, ничего не получается. Вы все это наблюдаете. Кренделька даже вытеснили сегодня. Указания. Это респектовая тема. Рублевого, да? Вроде ты, я тебя по имени узнал. Если нет, отпишите, кто тогда. Спасибо всем, ребят.
А, да, вижу, это ты пишешь мне, да. Все, я тебя уже знаю. Спасибо, братва, всем, ребят, очень-очень приятно. 120 секунд задержка, помните об этом. Два оракула пытаются залететь на мейн, 10 сталкеры. И Мазеркур есть с оверчажем. Оверчаж пошел, нужно сваливать. Сталкера запилил сейчас. Нагло, но запилил. Сейчас у нас Hellraiser делает грелочку. Immortal грелки, какой-то другой билд немножко пошел, но это Immortal грелки, это более, больше агрессивный билд. Спасибо всем за поддержку, помните, что мотивирует на новые стримы, поэтому вот ваши поддержки, много-много очень турниров по Старкрафту, много в игры куда пускают, поэтому на премиум подписывайтесь, только несколько турниров практически, где я в игры не захожу, как бы, да, и несколько, ну, организаций, которыми не очень там это все дело, вот, так что все замечательно, ребят, и поддерживайте меня, мой канал, естественно, стримов будет очень много. Вот. Но в начале сентября я говорил, во-первых, 7 числа в Москву уезжаю, 11 буду в Баркрафте, кстати говоря, приходите туда, вот, скорее всего, но если ничего не случится, как бы, до этого буду в Кубинке, будем смотреть Силюх Авиацию, соответственно, ну и в начале месяца, тут какой-то день, наверное, я в деревню поеду за грибами, блин, уже второй год не могу съездить нормально, один раз ездил, там, в середине лета, как бы. Вот сейчас надо загонять, хоть по лесу погонять немножечко на сутки, да, хотя бы. Так, конечно, нет, 40, Лёхе 35 лет, давайте, я пошутил, 40 лет на носу. Короче, он уже отошел из Старкрафта, как бы, и все верно. Так, оракулы тут что-то летают, пытаются найти, где бы что-нибудь срезать. Но Лиссандра хорошо контролит, нигде ничего не срезать. Злая, там все карты будут сыграны. Ты никуда хоть смотришь. И посмотрите, что Hellraiser творит. У него интереснейший здесь микс. Иммортлы плюс масс-грелки с двух старгейтов, но нужно добавлять обязательно к этому миксу, мое мнение, еще и адептов со скоростью атаки Твайлайт. Ну и фаржа бы не помешала бы. Просто понимаете, в чем дело? Грелки это больше пуш, чем как бы, чем оборона. Со временем, когда... Нет, там все карты, углая, All Maps, короче, там. Will be played. Must be played, не помню, короче, там как. Но, короче говоря, все карты будут сыграны. При Чернобыль поддержит. Спасибо всем за поддержку. Все карты должны быть сыграны там, ребята. И, ну... Соответственно. Еще там далеко не конец. Так, здесь Лиссандра приходит. Под блинк оракула одного пробревает. Сталкеров варп крупный пошел. Ну, Hellraiser'а, блин, грелок, как там сталкеров. 7 грелок, ну, 17. Нет, конечно, шучу. Столько быть не может. 17 грелок это уже давно. А клип был 17 грелок. Так-то это 75 боевого лимита уже. Стабилизаторы делают залп, и здесь чуть-чуть под сталкера стреляют, куда они стреляют, я не понимаю. Hellraiser сидит, сейчас досидится, ему землю выбьют, вот этими всеми шариками. А по воздуху, например, сталкеры все. Ой, здесь масс-пилоны в стиле, это в стиле, как тиранами пушат этот. Как же его? Тивай. Он постоянно туретки строит за месяц. Пора принимать бой, ну надо не тянуть только время, надо заходить с какого-то направления Hellraiser. Чем дольше чем он тянет, тем ему тяжелее будет. Сейчас нужно просто в какой-то момент прожать разогрев, все. Так, пилоны падают, supply block пренеприятнейший, я бы сказал. Еще по пилону залп, ну зачем давать наварпиться-то, надо было при первой же атаке принимать бой. Ну неужели он не знал, что вот такая хрень начнется сейчас?
И центря еще есть, вот что кричат. Центря падает, пошел в замес, грелки на разогреве. Хорошо дерутся, где вертяжи, где все вообще? Вертяжи пошли, грелки просто изничтожают здесь. Посмотрите, в мясо, как они сталкеров унижают, как они все вообще унижают. Хеллрейзер просто на оклике здесь разбирается с Лиссандра сейчас. И пилон-то надо было покупнуть, 59-92. Сидел, сидел, терпел, терпел, да как пошел вперед. Красавчик, красавчик, молодец, Хеллрейзер четко все сделал. Ну, я уже думал, что сейчас Лиссандра, возможно, дожмет его. Но все-таки грелки подрешали. Мое мнение, нужно сталкерам было отходить сейчас. Пилоны вставить у верчаши, отступать, ждать, пока разогрев кончится. И уже с доварпами после разогрева пытаться идти вперед. Но тут не получилось ничего сделать. Ребят, сейчас я сделаю стоп-тарт. Делаю стоп-старт, покажу, что завтра будет, ребят. Хеллрейзера поздравляю с выходом в плей-офф.